Приветствую всех, дорогие телезрители моего канала. Сегодня 15 сентября 2024 год. Начинаю третью серию этого замечательного игры. Мы уже перешли на третью часть этого игры. Что у нас есть? Магазин, обложка бонуса, список лидеров. Давай в магазин заходим. Улучшение предметов. Нам нужно улучшение. Способный, черный, белый, голый, озис. Давай. Так. Начинаем третью часть, ребята. Что будет дальше, сейчас мы узнаем. Проходим на третью часть. Замечательная игра. Невозможно соскучиться на этом игре. Ты помнишь это место? Ага. Да, я помню, как приходил сюда. С папой, мама водила мамой. Нас сюда. Да, мама. Расскажи мне все. Некоторые вещи были всегда. Всегда были ангелы, всегда были демоны. И они всегда воевали. 9 тысячелетий назад один демон стал править темными ордами. Сильнейший, самый жестокий – Мундус. Но так Мундус скажем, был не один. Зал. Его правой рукой всегда был верный помощник, его кровный брат. Спарда. Да. Но Спарда предал его. Он влюбился в ангела, Еву. Тайный союз между ангелом и демоном был немыслим. Но это произошло. И вместе с ним родилась новая жизнь. Близнецы. Ты и я. Гибриды двух воюющих рас. Когда Мундус узнал о предательстве Спарды, его ярости не было границ. Он выследил влюбленных. Его он убил своими руками. Спарду же ожидал более суровый рок. Бесконечные боль и мучения. Но даже когда Ева была уничтожена, а Спарда заточен навечно, каждый из них знал, что семя их мести уже было посеяно. Потому что, согласно легенде, короля демонов могут убить только нефилимы. Гибриды ангелов и демонов. И эти гибриды теперь существуют. Ты и я. Мундус считает, что родилось только одно дитя. Но нефилимов было двое. И каждого хорошо спрятали. Спарда вооружил своих сыновей. Мятежник для Данте. Ямато для Вергилия. Значит, Мундус убил нашу мать и пленил нашего отца. Да. И мы потомки ангелов и демонов. Демон-отец, ангел-мать. Мы нефилимы. Единственный, кому под силу убить короля демонов. Хорошо. Как? Наблюдатель. Ебучий прислужник демонов. Тебя затягивает в лимбо. Я найду Кэт, она поможет выбраться. Держись! Я найду тебя, попытайся меня! Задолбало это! Ага,
Ай, бля, это в рот. Опустошите. Нет. Данте, переход готов! Скорее! Подожди, я еще... Данте, сюда! Данте! Можешь перебраться? Я найду другой путь. Элло! Здесь я не могу перейти, потому что... Он здесь что? А, звездочка. Малая звезда жизни. Отлично. Акелла Ялгузай. Акелла... Yeah.
выяснить вон это, ясно. Еще синяя роза. Ой, бля. Опять потусторонний мир. Так... Английское ускорение. Q-Space. Теперь черт побрал. Мне куда бегаешь? Ay bile düzelemedim. Значит bildim. Başa düştüm. А мне нравится. Мне тоже нравится. Так клянусь Богу.
Я первый раз такой парня вижу. Отлично. Элло. Еще, поворачивай там. Что ты скрываешь? Что ты от меня скрываешь, Монгол? Ему Москва. А на что еще ты планировал потратить свою жизнь? На любовь. Пафос. Летающие крысы. Я уже иду. Бля, я же прыгал. Ой, бля. Ой,
Ой, бля! Посмотрим, что будет дальше. Ага. Башня Silver Sachs. Самый влиятельный в мире инвестиционный банк. И кто им управляет? Председатель Кайл Райдер. Человеческая оболочка. Физическое проявление Мундуса, короля демонов. Он контролирует все через долги. Для Мундуса мир — это фабрика по производству человеческих душ. Он любит, чтобы его животные были покорны и подконтрольны. Наблюдением занимается новостная корпорация Raptor News. Глобальная система камер слежения, спутников и шпионов. То, как он делает нас покорными, немного коварнее. А конкретней? Это в твоей руке. Верилити — самый популярный напиток на Земле. Демоны отравили его. Ха, все нормально. На нас он не действует, только на людей. Это лоботомия в банке. Ну и каков план? Это врата ада. Проход, из которого Мундус питает свою мощь. Пока он соединен с вратами ада, он бессмертен. Но если увести его от них, наши мечи сделают все остальное. И как мы это сделаем? Мы привлечем его внимание. Мундус жалкий и импульсивный. Если навредить ему и заставить поддаться гневу, то, думаю, мы сможем выманить его. Хорошо, значит, чтобы убить Мундуса, нам надо увести его от врат ада. Сделаем это, разозлив его. Грубо говоря, да. И мы разозлим его, уничтожив новостную сеть Raptor и Verility? Ну да. С чего начнем? Хм-хм-хм.